Вице-губернатор Зауралья по инвестициям Владимир Романов ушел в отставку по собственному желанию. В должности он работал с августа 2012 года. Экономист по образованию, Романов прошел трудовой путь от ученика-слесаря машино-тракторной мастерской до управляющего Курганским отделением Сбербанка России. Имеет награды, почетную грамоту правительства и благодарственное письмо губернатора Курганской области, серебряный знак и юбилейную грамоту Сбербанка России. О кандидатуре нового заместителя губернатора пока не сообщается.